он Бажов пока приболел. Сейчас как восстановится, вернется на свои посты и играть, и тренировать. Все будет как прежде. Но всегда хочется большего. Рассчитывали, что результат будет намного лучше, но не можем пока сыграться. Новые люди. Как бы будем стремиться к лучшему. Формат нашей страны в целом. Я бы не пошел. Людям, которые хотят совершенствоваться в плане футбола, конечно, рекомендую. Все по-своему, у всех разный настрой, подход к тренировкам и подготовкам к игре. Не могу выбирать. Летом футбол практически каждый день. Когда сезон начинается, возвращаюсь в зал. Это одно целое для меня. Нам организаторы летнего кубка уже задали этот вопрос. Пока думаем, собираем команду на летний кубок. Если получим подтверждение как бы, от своих профессионалов, по желанию поучаствовать, то, конечно, да, будем участвовать. Скорость, бросок и расхлябанность. Честно говоря, не очень слежу, но если это будет Спартак, я порадуюсь за своих друзей, которые там играют. Трудно представить, всегда лотерея, игра покажет. Ходите на баскетбол, смотрите баскетбол. Пожалуй, все.